Всем привет! В сегодняшнем обзоре новенькая экономическая игра, которая называется Монета Кар. Работает она еще около недели, и зарабатывать здесь можно как с вложениями, так и без вложений. Так, ребят, всем привет! Сегодня хочу вам показать вот в ровере. С утра у меня какие-то есть небольшие неполадки. Они стучит у меня, получается, только с утра машину заводишь, начинается какой-то стук, где со стороны ремня ГРМ, где шкив и так далее стоит. Вот, я вам сейчас покажу, выйду, машину заведу, покажу. Если кто-то что-то знает, напишите в комментарии, может, у кого-то были такие причины. Вот, смотрите. С этой стороны прям вообще слышно, ну то что нам так вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, ребят, ну вот я вам видео вам снял. Показал, не знаю, в чем причина. Вот это вот у нас стук идет, получается. И только идет на холодную. Я не знаю пока. Кто-то говорит, ролик натяжной, ГРМовский, так, заклинивает, подстукивает. Такое ощущение, как будто звук не металлический, а по пластмассе стучит. Это не гидрокомпенсаторы и там, ничего такого, как бы. Не слышно, чтобы прям в моторе было плохо. Вот, фиг его знает. Если там, ребят, кто вы знаете, там, подскажите, там, может быть, у кого-то были такие уже случаи на роверах. Я потому что как-то... У меня на предыдущем ровере ничего не было, а вот на втором ровере была такая же история, но у меня он как-то это... Я его купил, на нем поездил и продал по нуждам, потому что нужны были, деньги. Вот. Сейчас как бы купил, я тоже ездил, ничего такого не было, как бы проблем не было. А вот сейчас как-то холода начались, и у меня на том же ровере также было зимой. Уже тоже заводишь зимой в мороз, и вот он так начал подстукивать. Потом, короче, уже, вот получается, утренняя заводка была, заводишь мотор, она там 1500, там, 1300 держит, да, на холодную. Потом уже начинает снижаться, и уже начинается такой звук, тык-тык-тык-тык-тык получается. И машина прогревается там до 50-60 градусов, и все, и звук пропадает. Вот. И в итоге на этом ровере также. Вот я его взял, а было как бы, не холода еще, нормальная погода была на улице. В итоге, короче, такая же хрень началась. Ничего не было такого. Потом я как-то завел машину, раз, слышу, у меня вот звук такой, тык-тык, я вышел, капот поднял, и опять же с той стороны, с левой, где находятся шкивы, там, и так, ГРМ, ремни все, и так далее, короче. Поэтому, если, ребят, есть у кого, может быть, такая была история, напишите в комменты, ссылочки у меня все тоже в описании, моей группы и так далее. Инстаграм, ссылочку тоже я выложу. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, кому интересно. Подсказывайте, может быть, что-то я вам подскажу, спрашивайте. А так, как бы, проблем вроде нету. Но кто-то говорит, что, если ролик заклинит, то там, естественно, порвет ремень. И это замена гидриков всех и клапанов. Все погнет, короче. Потому что на этих моторах 2,5, по-моему, и 2-литровый тоже, по-моему, гнет. Точно. Так, ребят, в принципе, на сегодня все. Вот такое короткое видео я хотел узнать. Если кто что знает по поводу вот этой причины, что идет какой там вот этот стук со стороны ГРМ, отпишите, пожалуйста, в комментарии, если у кого что такое было. И спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь. Ссылочки в группу у меня ВКонтакте внизу, также в Инстаграм внизу. Всем пока.